Сейчас поднимусь еще наверх по эскалатору и покажу вам заодно этот уголок, который я уже вам показывала, с фонтанчиком. Вот его теперь будет видно извысока. Вот так вот. Эльдорадо вот там. Вот такой уголочек, который мы с вами уже прошли. Так, что здесь? Эльдорадо, электроника. Вот уголочек. Сейчас еще разочек сниму. Сверху. Вот так смотрится, видите? Красивенько. Читай, город. Я заходила туда. Здесь Эльдорадо. Что еще? Вот купол. Все поближе. Здание сделано. Сувениры и подарки. Красивый тоже торговый центр. Иногда захожу в них. Но мне что-то понадобится, то я в Сочи. Кроссовки мне понадобились. По-моему, сумку смотрела себе еще дорожную. Что-то понадобится. Вот тогда только забегаю. А так не скажу, чтобы любитель. Хотя здесь тоже красиво. И отдохнуть можно, и кофе попить. И иной раз музыку тоже. Сейчас тихо. Пока. Или здесь что. Потому что у них тоже праздник. Так. Это я так только с краешку. Смартфоны, планшеты, гаджеты разного рода меня пока не интересуют. Так что можно идти дальше. Так, а вот еще этаж. Есть еще верх. Верхненько. Я сейчас пройду здесь, посмотрю, что и как. И уже вам покажу. И еще разочек с этой стороны. Вот этот уютный уголочек. Вот. Потому что он прекрасный. На первом ярусе для отдыха. Видите, как расположены. Кругом сделано. Посередине фонтанчик. Расположены столики. По углам. И так вот. Вокруг фонтанчика. Ну, мне нравится, когда красиво продумывают, придумывают. И это смотрится. И это приятно. Ну что, поднимусь еще на третий этаж, хотя не знаю, что там. Так, поднимусь просто. Гляну. Уже рассмотрю заодно этот торговый центр. Вот. Купол. Солнышко светит на него. Крыша прозрачная. Итальянское мороженое. Пожалуйста, кинотеатр. Пожалуйста. Что еще? А что еще? Зеркальный лабиринт. Ага, все понятно. Здесь игровые автоматы. Вот это вот такой вот. Игры разные. Вот что здесь. Вот что здесь. И вот купол, смотрите, как дошла до верхней точки. До верхней точки дошла. Купол красивый сделан. Вот так торговый центр увенчал. Вот, вот что тут оказывается. Ну, может, еще что-то. Бухарская чайхана инжир называется. Что еще? Что еще? Что еще?
разные предметы, кому чего нужно. Одежда. Бутик стильной мусульманской одежды здесь. Тоже одежда. Ну, сейчас с другой стороны тогда выйду отсюда.